Я нашел планы Д6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Всем привет! Обратно прохожу метро. Жалко, ключ взял, но не смогу ящик проверить. Сейчас мультиком все это поломает нам. Тут уже близко концовка, поэтому хочу допройти уже скорее метро. Сейчас вырнет нас. Вот он. А как же так? Он же неубиваемый. Почему его убили? Куда едем, Кенатуалет? Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Это он нам помог туда разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Дайте я проверю ящики. Ё-моё, он там... Ладно. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Надеюсь, меня за музыку не забанят. Тот. Сейчас будет храм. Морков человечества в один момент. Внешняя база в парке. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня Москва проверить, будет всегда, нет ли родных среди выживших. Что я мог сделать? Надо придумать. Ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь пробирает. Ну и что? Я выслушал разговор. Мне ничего не дали за это. Нормально так. Да, я там пропустил, когда монтировал. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки, или бойцы Мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое. Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смерти в глаза и должен быть уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но многих я видел на тельной крестике. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку, и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось спрятаться в бывшем аду, поэтому нет на поверхности лучшего места убежища, чем старой церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которые расписаны этой церковью, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность. Как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который мы не сотворили, еще можно искупить свои грехи, еще можно получить прощение. Да ничего вы не скупите, никакие грехи и все остальное. Все это глупые. Дети во грехе рождаются, если уже на то пошло. Привет. Греха. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу.
Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Не знаю, стоит ли мне что-то тюнинговать уже, в принципе. Лучше вот это поставить, наверное, X2. А вот это мы, наверное, скорее всего, заменим все-таки на обычный коллиматор. Вы мне не дали сундуки проверить. Упражняюсь тут как вещь. Хорошо, ну-ка давай посмотрим, куда твои дрова исчезают. Опа. И не пополняется. Ладно. Я так понимаю, нам наверх. Мне даже не дают хорошие там эти... Забываю, как называется, чакры эти. Так. Hello. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. О, неужели? Все? А дальше будешь молиться? Не сдаются. Ладно, почитаем. Хан, я всем обязан ему. Если бы не он, я остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он. Мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Да в путь меня отправил Хантер, он ведет меня к этому, по этому пути Хан. Путь меня отправил Хантер, он ведет меня по этому пути Хан. Странно, бойцы Мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бродячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше некому задать. Давай, скажи мне что-нибудь еще. Давай, в лицо мне скажи. Ну. Короче, мне кажется, он на черного похож. Посмотрите, он типичный черный. Перекрашенный цвет, прям точно вот. Просто он в облике человека. Типа как шпион. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога, облака. Так, левая кнопка мыши готов, правая кнопка мыши не готов. Конечно, готов. Че я тут стоять? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман. Вот! Дров наколол! Сейчас, походу, будет концовочная игра. Все снаряжение готово. Конец, вернее, игры. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. У вас уже тут увеличилось. Так что, идем? А ты что, стоять будешь? Пошли. Давай, скажешь мне что-нибудь еще. Ну что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Так ты тут остаешься. Куда тебе про это пора? Так, в принципе, я прыгнуть ничего я не могу сделать. Так а что, мы пешком отправимся? Чего молчите, блин? Свят смотрит меня.
Господи, свет гасить надо. Это подвал из старого храма. Ну, поехали туда. Чего тупить? Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Все, Артем под наркотой. Да, это видение. И в видении попробуем пойти к черным, насколько я помню. Там будет выбор, куда идти. Мы ждем на хорошую концовку, правильно? Все. Правильно, куда идти? Я просто перееду. Это не ту сторону я пошел. Артём! 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 Мне пришлось немножко переиграть, потому что... Мы ждем на хорошую концовку, надо побольше положительных... Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Я просто пошел не туда, и потом... Убери свет, обрезал. Ты его слепишь. Артём, и... все в порядке? Переиграл. Ты можешь встать на ноги? Нам вроде как карму дали, вспомнил карму. Хорош. Мы к черному. Просто там не видно было, куда идти. Отлично. Вот не тормози. Черт, у меня от этого места мурашки. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Кто-то к нам приближается! Забей! Упыри! Огонь! Но огнёт, конечно, бесчеловечный. Защищайте. Последний выключатель. Оно приближается. Мимо, черт. И шевелится. Скорее, аномалия совсем рядом. Не шевелимся. Вот дрянь. Давай, давай, или мы все трупы. Получилось. Готово. Ворота открываются. Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится!
Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда. Получилось! Хлопцы, Ганька, поддать вам оказаться. О, жареные эти скорпоноги. Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. Т6 сюда. Это еще что? Черт. В принципе, нам... Темно, как у негра дома. Ладно. Ну-ка, сколько мне интересно патронов? 58. То есть на горючее собственно набрать. Не, мне проще с обычным оружием. Мои странные сны продолжаются, теперь я не уверен даже, что это просто сны. Раньше такого со мной не случалось. Скорее видения, и они становятся все ярче и все отчетливее. Теперь они остаются в моей голове после того, как я пробуждаюсь, но я так и не могу разобраться в том, что они значат. Однако всякий раз я просыпаюсь с одним тяжелым ощущением, это предчувствие беды, предчувствие катастрофы, в которой виноват буду я. Так, смотрите, я немного пропустил, конечно, заметок. Где я мог пропускать? Вроде бы все проверяешь. Вообще, ну-ка, если мы сбегаем туда, что-нибудь найдем. Я не люблю, когда что-то пропускаю. Мне это не очень нравится. Ладно. Ну, поехали, ребят. Чего вы ждали, меня, что ли? Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое... Перекурчик объявим. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой сдержанный слой будет больше похож на мокрое пятно. Ключик нам дадут. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, давай. Ой, ключка нет. Вернемся домой, будет со мной щеткой сортира чистить. Да, товарищ Гейс. Так точно. Где ключ? Так нечестно. Так нечестно. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателем. Где пощёлкать? Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Мы все обыскиваем. Артём, осмотри комнату, живо. А знаю я.
всего полно. А вот и ключ. Так, подождите, хлопцы, я сейчас бегаю. Открою сейф, посмотрим, что там. Где он? Ё-моё. Вообще, зачем мне тут уже деньги? Я думаю, тут уже больше ничего не будет. Кстати, я не грейдил свою эту воздушку. А, возможно, можно было ее апгрейдить лучше всего. Я вот не помню, что здесь будет. А, все. Вы сами не можете нажать. Все Артем должен делать. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Вы без Артема... Ульман, проверь. Вы без Артема в туалет. Нет, я не пойду. Там, а, темно, и, б, страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Все идет как по маслу. Ульман валяет дурака. Мельник привычно угрожает ему нарядами вне очереди. До цели остается совсем немного. И теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителем за всех схваток. Прав был Хан, когда сказал, что на всей земле не было, не будет более опасного хищника, чем человек. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Да вот кто. Все спокойно. Что ж, лучшая оборона для нападения. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Я думал, что мы в этом... Вон они! Сверху! На меня, да? Нападать надо. Именно нападать надо на меня. Я буду вокруг бегать. Это будет повод пострелять, кстати. Можно хорошую концовку идти. Да давай, давай же! По стакану самогона за каждого упыря! Если доберемся до самогона. Блин. Всех в преисподней. Какой ты дерзкий. Мама. Да помогайте вы мне, прикрывайте меня. Так. А мы будем в узком проходе. Больше никого там нет, да? Только я один. Нормально, компашка меня спасает. Бесполезные помощнички. Тут пусто. Дважды не умирать. Да почему он бежит ко мне? Отвали! Да что такое? Почему меня трогает? Ха-ха-ха, нормально вообще.
Патроны закончились. Я же лечился. Отстань. Да что это такое? Чё стоим? Взяла, лаганула эта игра. Мы их уделали. Ясно. Надо же. Что с этой игрой творится вообще? Ну, я ж подходил, открывал. Помогай ему, Артём. Нормально так, он его спас. Борис! Что это? За что? Артём, блин. Степан, оставь его. Поздно, нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минут. Я вроде бы не виноват в их смерти, и все же чувствую свою вину. Слишком рано радовался тому, как бескровным мы преодолели весь этот отрезок пути. Накликал беду. Не мог отказаться в нужное время, оказаться в нужное время в нужном месте, протянуть товарищу руку, вытащить его с того света. Втянул их этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последней. Наш отряд и без того маленький поредил еще больше, когда я смотрю на свои ладони в свете костра. Мне кажется, что они перепачканы кровью. Покажи класс. В принципе, все это закрыто. Ну-ка, а как открывать? Нет, не открывается. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман? Несправедливо. Да, нормально. Друг погиб, а мы шутим. Весело. Все чисто, заходим. Можно было огнемет взять, конечно, поменять. Огнемет эффективнее, чем эта пукалка. Ну, тогда бы все сгорело бы. Друзья бы сгорели бы. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Я не помню этого места. Ну и что теперь? Там да. Внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы мужики! Открывайте, хлопцы. Под лестницу ушел. Ну что вы не стреляете, что ли? Я один должен стрелять.
Да сколько тебе надо патронов? На! Достал. Дробовик! На! 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 Да сколько ты будешь жить? Тебя застреляют! Кто там гранаты кидает? Меня глушит! Вообще ничего не вижу. Нам нужно убираться отсюда. Как вот сколько играю в игру, где брать, как брать гранаты, я так и не понял. То есть там в настройках смотреть, как поменять тип. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Давай. Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо. Правильно, Артёма, кому же ещё? Тянул всех в эту передрягу. Как бы это оружие шариков, она лучше подходит Артём, для людей. С тобой всё в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Насколько я помню, здесь будет... О, шевеление какое-то. Надо внимательно смотреть. Да сколько вам патронов надо? Отвалите! Существа! А вы света боитесь? Ага, давай, на! На! Гадина. Подожди, а где-то я видел?
я ж жгу паутину. Поджечь-то все можно. Где ключ? Ну от сейфа ключ-то должен быть где-то. Обычно ярким красным горит. Интересно, девки пляшут. Свет жар. Не будем тратить патрон на них. Горите в аду. Я всех ваших пауков здесь уничтожаю. Здесь огнета бы не хватало, конечно. Зря я не взял сами. Вот и все. Я столько патронов потратил. О, дурак. Да, станьте своей паутиной. Что-то мне подсказывает, слишком тихо тут как-то. До жути. Я слышал байки о том, что метростроицы не были первыми, кто был рыл в бурой московской земле ходы, убежища, тайные ходы, галереи были устроены под городом еще при первых русских царях. Но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лазы совсем уже древние, вырытые неизвестно кем и неизвестно когда. Но их безымянные строители сгинули тысячелетия назад, оставив после себя только ждущих ниоткуда, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ерунда. Ничего стоящего. Так, стоп. Там у нас, вроде вверх, только вниз. Читать тяжело. Текст, буквы очень близко друг к другу. Я хочу это быстро делать.
Поэтому некоторые слова я просто не учитываю как надо. Не прочитываю. Так. Я думал, эта концовка уже близко. Только еще D6 несчастный. Ага. Да-да-да. Артём! Сюда! Слава богу. Где я там должен был ключ поднять? Степана убили. Стёбу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Я уже смотрю. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Да, потом узнаете, что в конце сделаю. Вы будете не рады. Противогазы, быстро! У меня, в принципе, он был одет. Подождите, я хочу глянуть, что там с того края. Нет, пока ничего. Ну, пойдем. 9 патронов всего. Жалко, ребят погибают впустую. Ни за что. Подожди, не спеши, надо все обследовать. Может, где какие папки лежат, почитать там и все остальное. Как бы мы узнаем немножечко личное мнение Артема. Опять что-то.
током не шибанет меня. Кермодвери. Хорошо, что обследовал. Шары подобрали. Так, время-то летит быстро. Нам скоро серия нас заканчивается. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Или это здесь будет, или не здесь. Да, скорее всего, здесь с этими мутирующими растениями, что такое. Так, начинать вспоминать. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Я буду в этом. Типа в люке ездить такому и что-то припоминаю. Да, это здесь. Дурацкая миссия будет. Я думал, уже конец будет игры. До конца еще не скоро. Ладно, поднимемся. О, да, вот в этой вот штуке будем ерзать и кататься. Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Здесь надо будет бороться с этим растением или чем там, не помню. Какие-то шары. Артём! Там должны быть 4 стартера! Какая кнопка? Это не кнопка. Четвертая! Так, следующую! Вторая! Вижу, там свет горит. Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Повключали, повключали все и бросили. За этим же следить надо. Будем еще долго спускаться. Можно я повыше буду? Можно я. Давай. Вы так отстали, хлопцы. Ну куда не сюда. Да. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Зарядим пока все.
Да, я помню вот это вот. Тут какие-то шарики будут вроде выскакивать. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Да что ты всё, Артём, да Артём? Что? Так, ладно, я так думаю, что пора, наверное, завершать нам серию, да, на этом. Я думал, что если вот близко концовка. А, вон, я не заметил. Теперь тихо. Пошли. Там сами себе что-то делают. О, давайте мы сменим на шарика. О. Удерживайте К, чтобы зарядить. А. Все, прощай, моя пуколка. В принципе, тут я уже, насколько я помню, понадобится нам ничего. Ключик. Ключик, а где-то должен быть сейфик. Это все петушители. А сейфа мы нигде тут не видели поблизости, да? Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья строка. И все-таки трудно поверить в то, что это строили люди, а не гиганты-циклопы из древних легенд. Не только я, но даже Балагур и шутник Ульман против притих, когда попытался представить себе размер этого места. Что за секретный объект, когда и кем он был построен, зачем? Когда ушли его хозяева, почему никто не бетронит, никто этого не слыхал? Под ногами ковер из гильз, можно было подумать, что кипел жесткий и отчаянный бой. Вокруг ни тела, ни что. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй. Кто сейф взломал? Боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Почему нам это оружие не дали сразу? Ничего. Так, сохранение будет. Давайте до сохранения дойдем уже и вырубим. Проклятие! Да, проклятие! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Все, и мне тоже удачи. До следующей серии. Вам спасибо за просмотр. Приходите, будем дальше проходить. Всем до свидания.